Привет всем, кто зашел на мой канал. Ну вот переехал. Ну, естественно, переезд это дело дорогое. То надо подкупить, то это, то пятое, десятое. Кухня, естественно, вся не подошла. То есть пришлось переделывать ее немного. Ну, естественно, пришлось переделывать кухонную плату. Конечно, можно было заказать в магазине, взять целиком, чтобы и вырезали, и нарезали. Еще лучше заказать фирму, и она все сделает. Но так как пытаешься сэкономить, своими руками все делать, то взяли самые дешевые вот эти кухонные платы. Ну и возник вопрос, не хватило метра, пришлось соединять, и как соединить красиво. То есть, да, тоже есть лясты, это все дорого. Ну, как самый простой, ну и, в принципе, и красивый способ, то есть вы не потеряете ничего. Стоит копеечно, сделать можно своими руками. Вот хочу поделиться, как это делается. Делается просто, элементарно. Даже если вы не имеете отношения к стройкам, то вы сможете это сделать. Поехали. Сейчас покажу. Так, ну вот взяли мы вот такие две платы. Взяли по самому дешевому варианту. То есть, ну, темный, красивый, но дешевый вариант. Поэтому получается все стандартные платы 2,60 в длину. А кухня получается 3,60. Пришлось еще метр допиливать из другой платы. Ну, остатки тоже пойдут. Есть куда, на другую сторону кухни. Ну и получается так, что надо соединить ровно эти платы. Для этого нам понадобится силикон черный. Взял черный силикон специально под цвет платы. Понадобятся такие чопики, чтобы поджимать. Пистолет для силикона, шуруповерт и вот такие шурупы. То есть сначала мы раздвинем эти платы. То есть она еще двигается, плата. Загоним сюда полностью силикон, чтобы не попадала ни вода, ничего. И чтобы было красиво. И чтобы офигенно ровно сравнять платы, нужно из-под низу под эти платы закрутить либо досточки, либо как у нас есть тумбочки, то есть я буду крепить кверху тумбочки. Шурупы надо, естественно, взять такие, чтобы они не вылезли за плату. Потому что если возьмете большие, вы испортите просто плату, и снизу крутите, он здесь вылезет, это будет, конечно, ерунда. Поэтому нужно взять шурупы, которые затянут плату, ну и в то же время не длиннее этой платы. Ну и поехали. Вариант очень простой, экономичный, то есть с этим переездом действительно пытаешься все сэкономить, насколько это можно. Тоже даже есть, конечно, еще лясты сюда вставлять, но одна ляста стоит около 12 евро, на этом тоже можно сэкономить. Силикон вам все равно нужно покупать, чтобы обрабатывать здесь плату, поэтому одной бутылки будет вполне достаточно. И чтобы соединить плату, и чтобы просиликонить всю кухню. Так, я вот тут рассказываю, тут не было видно этого шва, да? Вот он. Шов. Сейчас чуть отодвину камеру. Ну, вот такой вот шов получился. Большеватый. Специально не срезал. Можно у нас в Баухаусе срезать, чтобы поровнее вот эти были. Но так, если вот такой неровный срез, то побольше зайдет силикона сюда. Ну, это идет заводской такой срез. Ну, в Баухаусе его выравнивают. В обе в Баухаусе, неважно, в любом магазине. Конечно, кто-то хочет, может и выровнять это все, чтобы поменьше силикона туда загонять, но это не страшно. Наоборот, я думаю, лучше будет, если там побольше будет силикона. Так. Берем сюда шурупы. Ну, естественно, чем убрать силикон? Специальная накладка. Своих не нашел хороших, поэтому поехал купил другую. То есть наносим сюда силикона не жалея. Лишнее уберется. Зато не будет проходить вода и склеится.
Чуть-чуть неудобно. Досточку. Желательно, чтобы уже не было ни пыли, ни грязи здесь. Немножко лишнее намажете, тоже не страшно. Все уберется лишнее. Главное, чтобы не было пробелов. Это уже хуже. Так, соединяем нашу плату. Дальше берем вот эти чопики и с угла, насколько можно, распираем. Чтобы она плотно прилегла. Дальше мы берем шурупы и скручиваем снизу. То есть обе платы снизу, скручиваем обе эти платы. И как я говорю, всегда смотреть, чтобы шурупы были, ну, по размеру. Так, ну вот мы соединили наши платы снизу, где у нас тут пробелы. Домазываем еще силикона. То есть весь он выдавился, в принципе. Плата зажата. Ну и начинаем убирать его лишний. То есть лишнего намазать не будете. Все это уберется. Ну, это все обмоется, обмоем. Ну, вот так у нас получился изумительно красивый срез. То есть все ровненько, аккуратненько.
все идеально. А вы пробуйте, делайте. Главное, чтобы шурупы были правильной длины, распорки в конце платы, ну и силикон более-менее хорошего качества. Дешево, просто и очень удобно. Подписывайтесь, ставьте лайки, удачи!